Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OPPO A77s, и сейчас я покажу вам, как сделать, как включить или выключить режим «Не беспокоить». Итак, для этого мы опускаем вниз шторку, ищем здесь режим «Не беспокоить». Если его здесь нет, нажимаем на три точечки и нажимаем «Изменить плитки». Далее ищем режим «Не беспокоить» уже в других функциях, находим и нажимаем на плюсик. Возвращаемся. И теперь мы можем нажать на кнопочку «Не беспокоить», нажимаем «Включить». Вот, таким образом мы включаем режим «Не беспокоить». Если мы нажмем еще раз, выключим. Если мы зажмем пальчик на данной кнопочке и нажмем «Больше», то можем перейти в настройки данного режима, где мы можем настроить расписание. Вот у нас уже стоит сон, можем нажать на плюсик, добавить какое-то правило, добавить время, там, не знаю, часик, например, время начала и время окончания. Выбрать повтор мы можем, дни, по которым он у нас будет автоматически включаться. Вот, далее, что мы еще здесь можем выбрать, это, по-моему, все. Нажимаем на галочку, вот, и таким образом мы добавили расписание. Что мы делаем далее? Мы можем здесь настроить исключение для режима «Не беспокоить», то есть выбрать людей или приложения, от которых мы будем получать уведомления, там, от людей текстовые или звонки. Вот, приложение просто будем получать уведомления. Далее мы можем поставить звонок при повторном вызове, то есть если у нас будет стоять включена эта функция, то есть если кто-то будет звонить нам в течение 3 минут повторно, мы уже получим сигнал. И также мы можем выключать звук мультимедиа в режиме «Не беспокоить». Вот, и на этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.